Любая строительная площадка – это зона повышенной опасности. Именно поэтому специалисты мобильной группы в каждую свою поездку включают такие объекты. Ведь от того, насколько будут соблюдены здесь все требования, в первую очередь зависит здоровье людей. Главой города и области поставлена задача максимально приложить все усилия для того, чтобы минимизировать именно несчастные случаи на производствах, организациях всех форм собственности по городу Бресту. В текущем году произошло 16 несчастных случаев, это на 12% ниже, чем в прошлом году. Поэтому наша основная задача, в том числе и мобильной группы, проехаться, посмотреть. И мы вот в этом году уже осуществили таких 35 выездов, проверили 82 субъекта хозяйственного, выявлено более 1500 нарушений, именно нарушений трудовой дисциплины, элементарных мер безопасности, что повлекло прежде всего, это, конечно, 5 смертельных случаев. И если проанализировать и посмотреть в разрезе, то хочу сказать, что основные причины несчастных случаев – это личная неосторожность и элементарных мер безопасности нарушения. Очередной объект строительства здания банка ведет предприятие «Полесье Жилстрой». Здесь было проверено наличие спецодежды и защитных костюмов, качественной экипировки, условий для приема пищи. Все это входит в те позиции, которые проверяют во время мониторингов. Для эффективной реализации всех направлений в мобильной группы включены представители разных профессий и служб. Все для того, чтобы на каждом участке подойти к вопросу комплексно. По результатам мобильных групп мы даем рекомендации. Ставятся они на контроль, отслеживается их выполнение и в дальнейшем, чтобы этого не допускать. Поэтому мы больше здесь работаем на предупреждение. На предупреждение, чтобы не допустить несчастных случаев на наших участках. Мы следим за охраной труда. Спецодежда своевременно выдается. Обеспечены люди питьевой водой, то есть бытовые условия, микроволновые печи, холодильники в бытовых помещениях. На огневые работы мы даем наряды, допуски. Технология отработана, она принята вообще везде, на всех объектах строительных, не только в Полесье Жилстрой. То есть вся документация ведется, никаких нареканий к нам особо нету. Практика показывает, что работа мобильных групп имеет свой эффект, в первую очередь потому, что после первого посещения ликвидирование замечаний имеет рекомендательный характер. Для руководителей предприятий и организаций это хорошая возможность получить полноценную консультацию из первых уст. Работа мобильных групп будет продолжена. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.